Сегодня мы приготовим пасту с шампиньонами в мультиварке Витек ВТ-4215. Для этого нам потребуется 0,5 кг шампиньонов, 250 мл сливок, 2 зубчика чеснока, 300 грамм макарон, соль, перец, 1 литр воды, 75 грамм сливочного масла и 50 грамм пармезана. Отварим макароны. В чашу мультиварки наливаем 1 литр воды. Закрываем крышкой и включаем режим мультиповар на 115 градусов Цельсия на 20 минут. Примерно через 12 минут вода закипит, необходимо добавить соль и выложить макароны. Варить их 5 минут с закрытой крышкой. Готовые макароны необходимо откинуть на дуршлаг, тем временем приступить к подготовке сливочного соуса. Необходимо порубить мелко чеснок. Очистить шампиньоны и нарезать их. Включить режим поджаривания на 15 минут. В чашу мультиварки положить сливочное масло. И когда оно растает, добавить чеснок. Обжарить его в течение 2 минут. Затем добавить порезанные шампиньоны. Перемешать и жарить 8 минут. Добавить сливки, тертый пармезан и выложить макароны. Все тщательно перемешать. Паста с шампиньонами готова. Приятного аппетита! Витек. Здоровый взгляд на технику.